орудий Роскосмоса. Космический корабль выведет на орбиту три спутника российской навигационной системы ГЛОНАСС. По плану это произойдет примерно через 4 часа после старта. И вот старт. Зрелище. Но что-то, кажется, идет не так. Что-то не так. Кажется, это будет катастрофа. И вот ракета направляется к Земле и распадается в воздухе. И взрыв. Итак, прямо в прямом эфире состоялся неудачный запуск ракеты «Протон-М» с тремя спутниками российской навигационной системы «ГЛОНАСС» на борту. Воздух вбивается клубы черного дыма. Cape Canaveral Air Station of the Air Force Delta II launch vehicle carrying the new GPS-2R satellite. We have had an anomaly. We need to secure the area. Once again, we had liftoff of Delta II launch vehicle from Cape Canaveral Air Station, and we just had a problem with the vehicle on the pad. Instead, a more catastrophic disaster brought the space program to an end.